Первый лещ попался. Это как раз на грань, наверное. Лещ хороший. Только забросил, даже минуты не прошло. Хорошая уверенная поклевка. На дальнем забросе где-то метров 50-60, наверное. Даже ближе к 60. Хотя сегодня ветер восточный. Обращаю внимание, ветер восточный. Когда говорят, что рыба не клюет, вот вам, пожалуйста, первый лещ. Время без 15 5. О! О, что творит? Есть? Ты смотри. Так, я вниз. О, вижу. Эх ты! Ушел. Оторвал, да? А, нет, вроде на месте, поднимай. Ты смотри, а. Подсак надо длиннее. Сейчас время 5 часов утра. Я поймал одного леща. Упал прям буквально полметра. До сачка не дошел, а убежал. Тоже лещ такой где-то в районе килограмма. Я бросаю на дальнюю дистанцию метров 60. Папа у меня метров, наверное, на 10-15 ближе. Но, тем не менее, вот поклевка была. И, опять же, да, восточный ветер. Всегда восточный ветер почему-то ассоциируется с отсутствием клева. Ну, сегодня пока начало вроде неплохое. Ой, так хочется снять. Блин, тебе, наверное, тоже, да? Тебе не жарко? Опа! Ну, по-моему, сидит. Мелкая шелупонь. О! Ты видел? Она тут как дельфин. Так ты. Сидит, не шевелится. Так очень глубоко можно зайти. Опа! Это лещ. Назад отдал, да? Да, дергай. Давай, чуть это, шустрее тяни. Фрикцион, почему у тебя не настроен? Ушел, да? На пару, скорее всего, да? Да. Ну, крючок, видишь, разогнутый. Это... Вот он и ушел. Слушай, вот тебе поводки. А оунер фирмы же, а? А собаки дать тебе? Я боюсь, нет. Но я оставил червя с опарышем все равно.
пошло. Ух ты, о, давай. Все. Ну, поклевка-то была, да? Нет, нету, нет еще. Нет. У нас скромный завтрак. Сало с хлебом, батон с колбасой. С вкусным чаем. В принципе, есть уже что отпраздновать. Два подлещика мы поймали. Пять упустили. Да, много было пустых. Овнерские поводки, шляпа. Всем приятного аппетита. Ты видел? Вот это лещ. Ух ты! Опа, что-то хорошее. Ты видел, как загнуло? Пап, давай этот, бросай. Или вытаскивай ее, может. Ого, смотри, что творит. Вот это что-то хорошее идет. Ага. А видишь как? Фрикцион как отрабатывает. Рывки. Ух, что творит. О, здоровый. Ух ты! Во-во-во! И вот идет! Наверху! Даже рука устала! О! Вот это лопата! Ничего себе! Он около тебя! Ну, пожалуйста, только возьми его. Ну, вон около тебя, пап. О, слава богу. Слава богу. Смотри, подсак порвется. У тебя подсак порванный. Я не могу. Вот это лещ. А? Я ждал свою лопату, вот она пришла. Вот это лещ. Уже здесь соскочил. Ах ты. Смотрите, какой лещ здоровый. Вот это лещара. Тут килограмма два точно есть. Ох, парни, не зря я его кормил. Не зря. Сначала, как всегда, разведчики приходят. Потом уже подходят взрослые дядьки. Но в этом леще килограмма два точно есть. Как он сопротивлялся. Я прям настоящее удовольствие получил. Вот это рыбалка, а? Вот это рыбалка, парни. Ох, хорошо. Так, сейчас мы вот так вот плотненько загрузим. Кукурузу добавили, кстати. Ну, это я часто так делаю. Кто сидит, да? Вон у папы кто-то есть там. Опа. Ага, лещ. Вон, видел? Там коряга. Ушел, все. Оторвал. Ну вот так, оторвал мне лещ. Крючок в 10 метрах, вон коряга торчит. За нее зацепилась.
И, соответственно, он дернул и вместе с крючком, с пирсингом теперь плавает. Толкает? Давай. Слушай, у меня тоже он не толкал, начал вот около берега. Да, толкает, толкает. Давай, давай, поднимай, поднимай его наверх. Давай, давай. О, о. Ой. Он зараз сначала не попал. Так в темной воде, раз ты попадешь. А, нет, а его волной, раз так и назад маленько. Ой, хороший лещ. Хороший. Это приятный. Вот смотрите, какая особенность. 12 номер, крючки закончились. Ну, поводки, в смысле, готовы. Поставил поводок с 10 номером. У папы один крючок стоит, также 12-й, другой побольше. Ни одной поклевки на крючок побольше не было. Все на 12 номер. И у меня сейчас 10-й, сразу поклевки прекратились. Сейчас вот буду вот такой вот маленький крючочек ставить, делать поводок 0.12, 0.14 и менять. Надо чай попить, а то в горле пересохло. Налить тебе чай? Че за дела? Сейчас до клипса бросил. Блин, чуть не стартанул. Думал, поклевка. Значит, сейчас будет. Где-то там. О, не торопись, это же это шелупонь, нервы тебе щекочет. Ну вот она так и клевала, когда мы маленькие поймали. Вот так, как сорока. Ага, по нервишкам тебе бегает. А это шелупонь, прямо отсюда доставай. Без подсака. Дрыгается, да? И оп. Ну, все надо. Вот это крокодил. Вот это лещ. Кто это? На, забирай. Не, зачем? Выкидывай ее. Ну так, папа таскает на чистого опарыша, у него рыб поменьше. У меня с приправой рыб побольше. Вот вся арифметика.
О, что-то хорошее. Ух, что это. Дребезжание колокольчиков. Давай, заходи. О, давить начал. О, оторвал, да? Эх. Ну смотри, рвет и все. А, нет, сошел. Пап. Сошел, да. Не оторвал. Обыдно. Лещ неплохой был. Короче, я думаю, с пяток нормальных лещей мы сегодня отпустили, да? Ну что, друзья, к сожалению, рыбалка у нас подошла к концу. Хотелось бы остаться немножко, но есть дела. Время 11 часов. В общем, собираемся домой. Давай покажи, что мы сегодня поймали. Ну, кстати, мыши сгрызли. О, прилично. Я думаю, что... Ну сколько? 8-10 кг. В целом, да, лещи хорошие нам попадались. Сливали мы хороших лещей. Сливали, да. Ну, как я говорил, там была сеть, зараза, вот она нам все, в общем, подпортила. Самый крупный лещ, килограмма по 2, я думаю, вот он, как раз матерый лежит, аж бронзовый. Вот. Ну, в целом, вся рыбка достаточно такая, ну, мерная. И самое, что есть, приятное. Поэтому я всем желаю хороших уловов, приятных. И до новых встреч. Да. Пока. На берегу.